это не обсуждать, то есть это говорить не о чем даже. Что даже там сказать? Значит, деньги идти в актив. Ты же мужик, что у тебя в активе? Не знаю, вот и думаю, чтобы их не потерять. То есть я имею в виду актив не то, что ты их куда-то вложишь, ну, не знаешь, что ты будешь делать там. Про меня говорит, я ваши деньги, мне на них, да, принимать не буду. Своего отца говорил, я не помню. Это не я не в обиде, я просто. Вот я как сейчас живу без ваших денег, так и раньше, кстати, тоже. Да, то есть не суть. И это не в обиду, я просто к тому, что я не думаю, что это вообще правильно в целом. Когда кто-то что-то там наследует, да, я понимаю. То есть это просто не по-мужски. Для женщин может быть это и так. Да. И то как-то женщина, которая самостоятельно, ну как приданная. Женщине квартиру там приданное дали, потому что папа так решил. Наверное, да. Да, ну, наверное, а может и нет. Мне это не касается, да. Покладистый, значит, да. За любовь, значит, да. Спасибо. Thank you so much, thank you. Много всего. Да, короче, мне не до квартир, понимаешь? Квартира это не вопрос, это да, понимаешь? Ты, ну да. Ну это нет. Да, то есть я уеду в другой город и там буду снимать помещение, понимаешь? То есть, да. Ну, и там буду работать. Буду работать, если я уезжать буду, ну, хватит мне мозги кочкать. Значит, я не буду уезжать вообще никуда, если я не работать не умею, значит, и все, пошел нахер, не то я собачье дело, да. Да, он ты по себе говорил, да. Потому что это никакого отношения не имеет к тому, насколько ты хорошо играешь на инструменте, фортепиано, или насколько ты Бетховен ты достал. Ты сумасшедший, что ли? Да. Ну, насколько ты реализован как музыкант. Да. К тому, насколько ты Бетховен. Вот так вот. Значит, ну, наверное, да, он про это говорит. То есть ты хочешь сказать, что я никогда ничего не достигну. То есть никогда ничего, тем более, значит, буду работать. Ну, не без всяких тем более, значит, да. Он... Пошел нахер, мразь тупорылая, блин. Да, я понял уже, да. Да. И это и есть оно, соляви называется, да. Для Женьки Губаева больше никого в жизни нету.
все, я выбрал свою специальность, тут ты никого не обманешь. Умеешь, значит, умеешь, не умеешь, не умеешь, что теперь? Научишь, заставишь, скажется, да. Только деньги теперь. Ну ничего, ничего, я получаю же деньги. Ну, в принципе, да. Ну, по сути, как бы урок композиторства. Типа того. И музыковедчество, музыкознание, да.